Всем привет, дорогие друзья, с вами Лекс. Мы продолжаем играть в Titanfall. Бета-тестирование. Продолжим. Мы выбираем опять танка. Мне он больше нравится. Мы не можем пока, по идее, вызывать. Это у нас, по идее, дробовик, как я понимаю. Да, классно, классно, ребята. Из дробовика я еще не стрелял. Так, это кто у нас такой? Вот миньон, это наш миньон, ребят. Чужих миньонов мы в прошлой игре убивали. А этих ни одного человека еще не убили. К сожалению. Это... О... Что? Что это такое было, ребят? Я убил пилота одного, но... это не круто, ребят. Ку. У нас, по идее, должно было... Должен был сделаться инвиз, но он не сделался ничего. И никак. К сожалению. Ну, ничего, ничего. Сейчас наверстаем упущенное, я думаю. Карта вроде классная. Вообще, я играл только на одной. Сейчас на второй уже играю. Второй раз, я имею в виду. И для вас все записываю, все показываю. Бета-тестирование можете до сих пор в любое время зайти до 12 числа, 12 марта и поиграть. Ассист только дали мне. Yes. Отлично. Мне вот кажется. Блин, отлично вообще, ребят. Просто мастера. Теперь осталось немножко подхилиться. Я думаю, чем дольше мы стоим на месте, тем больше у нас хил будет. То есть автоматически хилиться мы от этого будем. Но это мои предположения, я еще сам не знаю. Ха. Можно вот так сидеть и кемперить, ребят. Кемперить, но это... Это нехорошо, конечно, кемперить, но все равно. Блин, я нажал случайно щит. И сразу его снял. Я не знаю, что сейчас получится, как бы. Давай, давай, вылетай. Отлично. Вообще, идеальная игра вообще. Придумали же, да? Сделали, молодцы. Граната. Отлично. Здесь можно как-то залазить на титанов. И, так скажем... Это противник был только что? Да ладно! Это кто? Это человек, интересно? Потому что он бегал по кругу. И ничего я не понял, в общем-то. Это что такое? О, титан будет готов через... 15 секунд, говорят нам. Давайте пойдем к месту какому-нибудь классному. Идеально. О, ревенж мне еще дали. В этом стиле, ребят. Мститель. Неуловимый. Отлично. Но это всего лишь миньоны.
Так что ничего особого здесь нет. Ё-моё, кто это меня так? Ну да, они убивают, по идее, титаны с одного раза, так что ничему удивляться тут не стоит. Это свой. Ё-моё, вот никак, тяжело, вот думаю, что это человек, а на самом деле это всего лишь странный миньон, которого даже и убивать не стоит. Мне интересно, он вообще может сюда? Ё-моё. Да ладно, нифига себе у нее разброс далекий. Я не ожидал то, что на самом деле можно вообще наносить себе урон с гранаты, но теперь я буду знать, и вы будете знать, если вы не играли в эту игру, либо играли, но не кидали под себя гранату. Ну, умирай ты, что ж такое-то? Даже миньоны уже не хотят умирать. Винвиз. Это всего лишь миньон, который не умирает с одного удара почему-то. Где там этот странный титан? Здесь можно где-то ракетницу поднять. Но где именно, я не знаю, к сожалению. Титан ушел. Так. Я вроде бы живой, у меня зарядился телефон. Почему я это сказал? Потому что был сейчас только что звук. Ё-моё. Меня убили, и мы все-таки выиграли. Победа, ребят, и я, наверное, заработал уровень. Возможно. Посмотрим, смотрим, что он нас выдаст. Будем надеяться, что да. Не, еще 100 очков. На всякий случай. Еще 100 очков на всякий случай. Игра вообще классная, ребят. И то, что она в данный момент бесплатная, это делает ее еще лучше. А, так мы выиграли уже. Почему? Почему сейчас началась вот эта вот ерунда? Почему было написано Виктор, я тоже не понимаю пока. А, так все. Это до последнего, я так понимаю. Нифига себе. У него... А, это, наверное... Так и должно быть, когда вы двойной прыжок делаете, то у вас включается бустер. А, да, надо было уйти на корабль, я что-то тут тупил и убивал всех подряд, старался кого-то убить, точнее. Да, титана тебе не уйти, как бы ты ни старалась. К сожалению, я не знаю, на какую кнопку убивать с ближней атаки, уже не помню что-то. Вроде бы на С, ну точно не знаю, сейчас может посмотрим. Может действительно на С, но я что-то не могу убить. У меня пинг 171, лагов вообще нету, ребят. Может быть, у вас какие-то там лаги будут, точнее не лаги, какие-то задержки на видео, возможно, вполне. Но у меня ничего такого здесь не встречается. Давайте возьмем нового титана и, наверное, на этом закончим. И если что, я, наверное, сейчас еще один раз сыграю. Так что всем спасибо за просмотр, с вами был Лекс, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!